памяти отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, святотроицкие Сергиевы лавры, священно-архимандрита. И святых синод Белорусские православные церкви, и господина нашего высокопреосвященнейшего Павла, митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси, и господина высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Липского, и господина преосвященнейшего Вениамина, епископа Борисовского и Мариинбургского, да победит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Патриарша и царка всей Беларуси, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков, пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический монашеский чин, и все труждающиеся в доме всем, вас и всех православных христиан, да поменит Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Архиерейство ваше, архимандритство ваше, протоиерейство ваше.